Образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Карусель» подвел итоги года. Танцоры представили лучшие номера в жанре совместной хореографии с элементами акробатики. На сцену вышли около 100 юных воспитанников хореографического ансамбля в возрасте от 3 до 14 лет. На суд зрителя были продемонстрированы красочные и необычные творческие выступления. Коллектив относительно молодой, но уже может похвастаться множеством достижений. Руководитель ансамбля Елена Петрова. Под ее руководством коллектив неоднократно становился лауреатом и победителем конкурсов различного уровня. Очередной сезон для танцоров завершен. За лето ребята отдохнут и наберутся сил для новых творческих свершений.